Good morning. Новые слова. A program. Repeat after me. Повторите за мной. A program. A program. Программа. Watch TV. Watch TV. Смотреть телевизор. Обратите внимание. Ударение на буковку V. Watch TV. Далее. A television. A television. A television. Телевидение. Далее. The cartoons. The cartoons. The cartoons. Дальше. A film. A film. Дальше. A football match. A football match. Далее. Приключенческий фильм. An adventure film. An adventure film. An adventure film. Далее. The news. The news. The news. Channel. 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 Exciting. Захватывающий. Exciting. Exciting. Обратите внимание. На конце две буковки NG. NG дает звук носовой. Exciting. Дальше слово. Love. Love. Смеяться. Love. Смеяться. Funny. Забавный. Funny. Забавный. И также глагол want, хотеть, want, хотеть, want, хотеть. Тоже, как я вам рассказывала в презентации, если мы хотим сказать «я хочу смотреть телевизор», мы скажем «I want to watch TV». Или «я хочу смотреть мультики», «I want to watch cartoons». Или «я хочу играть в футбол». I want to play, excuse me, I want to play, I want to play football, to play football. То есть, если после слова want ставим опять сказуемое, то после слова want ставим частицу to. Вот она частица, то мы ее ставим обязательно. Например, I want to. Но если мы хотим просто сказать, я хочу мороженое, то есть после слова want никакого другого действия мы не ставим. Мы скажем просто I want an ice cream. I want an ice cream. Обратите внимание, после слова want никакого слова, которое обозначает действие, нет. Здесь просто обыкновенное подлежащее мороженое. Поэтому никакой частицы to вот здесь, обратите внимание, у нас нет. Просто стоит определенный артикул. Здесь он нам нужен, так как здесь у нас существительное, еще и начинается с гласной. Если существительное начинается с гласной, с I, то ставим артикул N. Нужно слова выучить. Правило это выучить. И все. Okay? Thank you very much. Спасибо большое.